Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня с вами канал «Китай стал ближе». Сегодня мы вернемся к нумизматической теме. Пришли три посылки, и все три посылки – это монеты. Давайте начнем вот с этой посылки. Шла на 37 дней, трек не отслеживался. Оценена она была в 2 доллара. По краям обклеена скотчем. Наверное, чтобы не влезли. Давайте посмотрим, что за монетка здесь. Вот. Здесь монета 12 рублей на серебро 1844 года. С гербом. Такая вот. Естественно, это подделка, это китайская подделка, потому что эти монеты платиновые должны быть вообще, ну, по идее, как они печатались на Руси, это была платина, то есть 12 рублей на серебром, так платина. Значит, вот такая вот монетка, выглядит прикольно, такая увесистая, похожа на серебро. Серебро должно звенеть, это глухая. Ну, не серебро, это точно, потому что дешево для серебра. Вот такая вот монетка уйдет нам в коллекцию. Так, монетка есть. Давайте продолжим далее. Далее вот такая вот посылочка. Трек номер отслеживался, шла она 42 дня. Оценена в 2 доллара. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь должна быть или Екатерина, или Николай. Все, посылочка пустая. Так, это 1 рубль 1766 года. Опять же гербовый. Да, это Екатерина. Вот такие вот китайцы штампуют. Монеточки, подделочки. Ну, в принципе, знаете, с одной стороны, да, китайцы делают подделки, а с другой стороны, вот в коллекцию, допустим, вот я собираю монеты, да, оригинал достать очень тяжело. Допустим, даже взять вот эти вот 12 рублей. Я не помню насчет 12 рублей, но был видеоролик, я скину ссылочку, 6 рублей на серебро. И, допустим, эти 6 рублей платиновые стоят там 400 тысяч, то есть... Купить их нет никакой возможности, а здесь в коллекцию в самый раз. Так вот, и самая интересная посылка, шла на 25 дней, трек номер отслеживался. Здесь у нас монеты Красной книги. То есть не монеты Красной книги, а монеты животные Красной книги. Вот они. Так вот, упаковано. Вот они, каждая монетка в блистере. Давайте разберемся, кто какие монетки здесь. Так, что у нас получается? Получается 10 монет гербовых, 3 монеты 10-рублевые и 2 монеты 5-рублевые. Я, честно говоря, не успел подготовиться, не посмотрел, какие они в оригинале, как они должны выглядеть в оригинале. Но, честно сказать, подделка шикарная. То есть, все блестящее, буковки ровные, все ровно. Ну, как вы сами можете видеть, довольно-таки все хорошо сделано. Все ровненько. Все прекрасно. То есть вот такие вот монетки для коллекции, это просто великолепно. Все потрясающе. Ну вот, сегодня такая вот распаковочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обсуждайте, комментируйте. Жду ваших обсуждений. На сегодня все. Всем спасибо. Пока.